А без культуры никогда ничего не будет. Никакого открытия не сделаешь. Гучная премьера зимы. Авангардный и академичный, сакральный и правдивый живопис стал их работой, життем, лёсом. Леонид Щемелёв. Выпуск, присвеченный 95-годию народного мастака Беларуси. Только культурный процесс может дать человеку какие-то открытия. Константин Костюченко. Художник старается только добавить смысла, добавить ценности к этому листу. А так само история роспису церквы у вёсцы Вишнева. Момент сам, когда вот, до снятия лесов, и когда ты находишься там на лесах, ты не понимаешь, как оно будет, потому что все закрыто лесами и пленкой. У авторской программы Олега Лукашевича и Александра Алексеева «Сучасное мастацтво Беларуси». Эксклюзивно на «Беларусь-3».